Городское преображение. Пустырь на берегу Днестра у стен старинной крепости к лету превратится в современный пляж. Первый этап работ уже начался. Зон отдыха в городе становится все больше. А это, к слову, одна из задач президента. Готовь сани летом, а пляж зимой. Новый купальный сезон бендерчане проведут на новом пляже. Примерный проект уже подготовили. Пляж переедет к подножью Бендерской крепости. Оборудованного места для купания здесь нет. По сути, это дикий пляж, но иногда людей здесь больше, чем на городском. Сама территория, участка, она как бы природой создана для пляжа. Потому что, во-первых, рельеф пологий. Второе, почва песчаная. Третье, он ориентирован на юг. Пока территорию будущего пляжа активно изучают. Высохшие деревья спилят и посадят новые, осмотрят береговую линию и дно реки. Территория пляжа совместно с зоной отдыха раскинется на 5 гектаров. Там одновременно смогут отдыхать около 2000 человек. Участок разделят на зоны. Сам пляж, а еще спортивные и детские площадки и место для барбекю. Обустроят парковку и подъезд для машин, а пеших отдыхающих тоже не забудут. Пока есть только предварительный план. Госадминистрация города объявила конкурс на благоустройство пляжа. Итоги подведут 28 февраля. Основные критерии – архитектурная и художественная выразительность. Еще важнее – соответствовать масштабности объектов Бендерской крепости. Пляж будет гармонировать с цитаделью, парком Александра Невского и ресторанно-гостиничным комплексом «Старый бастион». С крепости открывается очень хороший вид на реку Днестр и на этом пляже. И, соответственно, со стороны пляжа открывается великолепная панорама крепости Бендерской со своими строениями, своими историческими башенками, историческими стенами. Строительство нового пляжа входит в программу капитальных вложений. Пока на работы выделили 1,5 миллиона рублей.